Здравствуйте! Сегодня буду мариновать вешенки. Для этого нам понадобится вот пол-литра воды, вешенки 400 грамм, столовая ложка соли, пол столовой ложки сахара, 2 гвоздички, немножко перчика горошком и 2 лаврушки. Уксус 9%, 2 столовые ложки будет, и столовая ложка масла подсолнечного. Сейчас мы отправим маринад вариться. От воды пол-литра мы складываем туда соль и сахар. И кладем гвоздику с перцем. А лавровый лист оставляем на потом. И отправляем на печку, чтобы она у нас закипела. Пока маринад у нас будет греться, закипать, мы с вами разберем вешенки. Такие части. Вот эти части, они будут твердые, можно обрезать. Они не нужны. Так, будем откидывать. Когда замаринуются, они будут тоже твердые. Все, вот так вот все разобрала. Вот маленько отходов у нас. И теперь ждем, пока закипит маринад. Скоро закипит, но у нас еще нужно маленько помешать, чтобы разошелся сахар с солью. Вот. И все, сейчас закипит. И мы будем опускать вешенки. Вода у нас закипела. Теперь опускаем туда вешенки. И варим до готовности. Варятся они очень быстро. Это минут 8. Ну, пусть будет 10 даже. 8-10 минут. 5 минут наши вешенки покипели. Бросаем сюда. Минутку сейчас покипит. Мы добавим уксус. И подсолнечное масло. Добавляем 2 столовые на пол-литра, 2 столовые 9% уксуса, 2 столовые ложки. Добавляем масло, столовую ложку, даже может чуть-чуть побольше. Еще минутку покипит и будем выключать. Все, постояло у нас, сварилось. Теперь мы его отставляем остывать. Наши вешенки простояли ночь в холодильнике, промариновались и очень вкусные. Приятного аппетита!